Дорогие выпускники, уважаемые родители и коллеги, хочу напомнить вам одну народную мудрость. После того, как прошел ливневый дождь, на земле образовались лужи. И вот что видит пессимист? Пессимист просто видит лужи, которые надо обходить, чтобы не замочить ноги. Днем он видит эти лужи, ночью он видит эти лужи. А что видит оптимист? А оптимист днем видит, как в лужах играют лучики солнца. А ночью он видит, как отражаются звезды в этих лужах. Так вот, в любой жизненной ситуации надо быть оптимистом. Выпускникам этого года повезло. Честно говорю, повезло, потому что ни у кого до этого года не было такого последнего звонка. Вообще, есть еще одна такая народная мудрость. Вот число 3. Оно очень классическое в народном фольклоре. Ну, 3 богатыря, 3 девятое царство. Старик 3 раза забрасывал невод в Синее море, пока поймал золотую рыбку. Вот, и вам сопутствовала тоже цифра 3. Помните февраль месяц? 3 учебные недели мы не учились, потому что был карантин. В этом году вы отучились очно только 3 четверти. И пусть следующая цифра 3 сложится у вас из 1. Успехов, успешной карьеры. 2. Счастливой семейной жизни. И 3. Крепкого уральского богатырского здоровья. В добрый путь!